Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Итак, напоминаю, у нас неожиданно пошли публикации о ноосферном мировоззрении. Поясню, я пытаюсь рассказывать о нем вот уже около 7 лет. Но толку мало. Эта тема совершенно не востребована аудиториями наших каналов. Вернее, была не востребована. Все изменилось, как по мановению волшебной палочки, как только я начал говорить о пророчествах. Я опубликовал об этом только 4 статьи и ролика. Но я сделал эти публикации как в текстовых, так и в видеоверсиях. И они сразу начали набирать просмотры и дочитывания. Что на Ютубе, что на Дзен, что на 9111. И нужно сказать, набирать так, что туши свет, кидай гранату. Вот уж действительно. Ну что сказать? Устроены так люди. Желают знать, что будет. И должен признаться, я совершенно не учитывал потенциал пророчеств в работе по популяризации ноосферного мировоззрения. Хотя именно ноосферное мировоззрение впервые в истории человечества подводит под пророчество очень серьезный научный фундамент. И оно очень хорошо показывает, что далеко не все пророчества – шарлатанство. Более того, оно исходит из того, что в недалеком будущем полностью изменится научная парадигма. И новая наука должна научить людей видеть будущее. Подчеркиваю, не предсказывать, не прогнозировать, а именно видеть. Такой дар, похоже, есть у каждого из нас. Только он почему-то чем-то или кем-то заблокирован. Но если эту блокировку снять, то жизнь, что каждого из нас, что всего человечества, не больше и не меньше, станет не просто намного лучше, а она станет несравнимо лучше. Первая эра великого процветания, эра мирового воссоединения, ЭМВ, начнется после этого. То есть она начнется со смены научной парадигмы. И есть веские основания считать, что так оно все и будет. Поскольку мировая наука вплотную подошла к пониманию этих вещей. Сегодня в науке возможность видеть прошлое и будущее, а это неразрывное явление одного порядка, уже совершенно официально называется гипнотической регрессией и гипнотической прогрессией. И именно здесь разгадка потрясающих пророчеств великого советского ученого и писателя Ивана Ефремова, которого, помню, слишком много умников, понятно в кавычках, умников, долго называли настоящим коммунистом, настоящим советским писателем, настоящим материалистом-диалектиком. Тем более, что его пророчества, к счастью, опубликованы. Он их сделал в 1969 году в письмах профессору Эверетту Олсону. И он их сделал множество. И мы еще поговорим, думаю, о них. Но пока нас интересует одно, а именно, Владимир Путин скоро уйдет. И на его место придет новый великий лидер, который в считанные годы сделает Россию страной мечты, как сказал еще и Вольф Мессинг, подтвердивший это пророчество, или при котором начнется указанная эра мирового воссоединения. Кстати, напоминаю, вот как выглядел Иван Ефремов. Добавлю, указанное пророчество подтвердил не только Вольф Мессинг. Я за эти дни проработал этот вопрос и выяснил, что его из великих пророков так или иначе подтвердили. Парацельс, Нострадамус, Ванга, монах Авель. Некоторые современные и почти современные пророки. Впрочем, их список можно продолжать долго. Поэтому, наверное, будет лучше, если я об этих пророчествах и пророках, подтверждающих пророчество Ивана Ефремова, дальше расскажу детально в специальных публикациях. И, наверное, начну здесь пророчеств Нострадамуса. Куда ж мы без этого самого известного в мире пророка? А он, как я уже сказал, оказывается, тоже подтверждает пророчество Ивана Ефремова. Но, думаю, нас здесь интересуют вопросы не одного шуточного перефраза «кто, где, когда», а нас здесь интересует вопрос «как». Думаю, для разъяснения этого вопроса мне понадобится несколько публикаций. Начать здесь нужно с чего? Сознание человека еще изучено очень слабо. И некоторые его возможности
просто потрясают. Добавлю, таких возможностей много. Но нас пока интересуют две. Возможность видеть прошлое – регрессия. И возможность видеть будущее – прогрессия. Видеть в прямом смысле слова. Мы можем перед своим мысленным взором видеть прошлое, в том числе и очень далекое, отстоящее от нашего времени на тысячи и десятки тысяч лет. И будущее. И тоже очень далекое. Масштаб с прошлым здесь совершенно одинаков. И это не галлюцинации. Эти картины адекватны. Способность видеть прошлое в великих религиозно-мистических учениях Востока объясняется тем, что можно пробудить память о прежних жизнях. Возможность видеть будущее сложнее. Но в этих учениях ей тоже даются объяснения. И оба объяснения интересны именно с научной точки зрения. И не в плане истории религии, а в научном понимании жизни и сознания, в прямом смысле слова. Но в России это знание всегда было закрытым, поскольку противоречило что православному взгляду на жизнь, что коммунистическому. Но, думаю, время поговорить об этом без православных и коммунистических шор пришло. К счастью, это знание, наконец, стало предметом научного исследования. По Ивану Ефремову есть три способа пробудить высшие способности нашего сознания. Два способа тесно связаны с сексуальностью. Первый – это путь йоги. А это, по большому счету, путь, скажем так, запредельного сексуального воздержания. Второй – путь тантры. Это прямо противоположный путь. Это путь, скажем так, запредельной сексуальности. Дело в том, что высшие способности сознания тесно связаны с силой кундалини, силой полового созревания. Но оба направления небезопасны. И именно поэтому Иван Ефремов пошел здесь путем с вами Вивекананды, путем раджа-йоги или пробуждения их через разум. Вот о нем мы кратко сейчас и поговорим. Есть несколько путей пробуждения этих способностей. Иван Ефремов описал два. В лезвие бритвы. Через использование галлюциногенов. Другое название этих препаратов – психоделики. У него для этого используется ЛСД. Кстати, куда более детально. Это описал в знаменитой серии своих книг Карлос Кастанеда. У него для их пробуждения используется мескалин. Я, кстати, в Урине позволил себе описать это, даже с использованием настойки из мухомора. Это самый мощный из известных психоделиков. Впрочем, я здесь, понятно, далеко не первый. Но применение этой методики возможно только под руководством опытного специалиста. И есть вторая методика. Ее Ефремов описал в романе «Час быка». Это методик аутогипноз, или по-русски самогипноз. Вот ее можно использовать и в одиночку. Она относительно безопасна. Одна из самых простых методик построена на использовании ограненного хрустального шара. Вот вроде этого. И суть ее очень проста. В указанный хрустальный шар нужно просто долго всматриваться, заняв удобную расслабленную позу. Именно это способно ввести человека в состояние транса. А транс, в свою очередь, способен открыть человеку как прошлое, так и будущее. В «Часе быка» эту методику применяет как главная положительная героиня романа Файрудис. Цитату я уже давал в других публикациях. Так и главный отрицательный герой. Чойо Чагас. Только Фай ее применяет, так сказать, в чистом виде. Чагас же сочетает ее применение с использованием психоделиков. Вот как звучит эта цитата. Чойо Чагас протянул руку к шкафчику, нашарил тайную пружину и извлек из выскочившего ящичка шарик пахучего черного вещества. Он положил его в рот и, медленно жуя, уставился в глубину хрустального шара. И ясно, что и Фэй, и Чагас используют эту методику в данных обстоятельствах для прогрессии, а не для регрессии. Им нужно было знать, что будет, а не что было. В этом и состоит главный и колоссальный потенциал прогрессии. Дело в том, что будущее не предопределено. В эзотерике это называется будущее многовариантно. А это позволяет менять будущее, делать его более желательным для нас, более оптимальным. И методика этого изменения будущего тоже предельно проста. Прогрессия позволяет нам наглядно видеть, каким будет наше будущее.
а также каким оно будет, если мы поступим так, и каким оно будет, если мы поступим эдак. В эзотерике это называется линией вероятности. И таким образом мы можем буквально выбирать оптимальное для себя будущее. Кстати, это неплохо показано в художественном сериале «Вольф Мессинг, видевший сквозь время». Я уже говорил, что Мессинг в совершенстве владел методикой гипнотической прогрессии. Вот его, скажем так, случайное предсказание будущего нацистской верхушки. Берлин, 1938 год. Вольф Мессинг на сцене демонстрирует свой коронный номер. Впадение в кататонический транс. И вроде все идет как обычно, но те, кто видит шоу уже не в первый раз, понимают, что-то не так. Менталист вдруг замирает, словно им кто-то управляет, как куклой-марионеткой, и произносит закрытыми глазами. «Я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина. Я вижу мертвого фюрера. Я вижу Германию в руинах. Всего этого не избежать, если Гитлер двинется на восток». После этого Мессинг падает на сцену без чувств. Его уносят помощники, зал пребывает в шоке, а за кулисы уже бегут солдаты со свастиками на рукавах. А вот Хрущев. Я вижу. Вижу. Войны не будет. Оба. Войны не будет. Вы уверены? Да. Да. Только вы должны уступить. Нужно убрать ракеты с Кубы. Карнеги тоже пойдет на что-то существенное для США. Они где-то в Турции, в Италии, тоже какие-то ракеты. Они уступят. Уступят. Только вы должны это сделать, и тогда войны не будет. Я это говорю с полной ответственностью. Только, пожалуйста, сделайте это. Мир стоит на грани катастрофы. Если вы уступите, войны не будет. Что здесь главное? Первое. Танки с красными звездами будут на улицах Берлина, если Гитлер пойдет на восток. Второе. Третья мировая война будет, если не убрать ракеты с Кубы. В обоих случаях мы имеем две версии будущего. И будущее в первом случае зависело только от Гитлера, который не прислушался к Мессингу. Во втором только от Хрущева, который, к счастью, к Мессингу прислушался. Теперь, надеюсь, понятно, какой колоссальный потенциал заключен в прогрессии. Мы, очень может статься, сегодня все живы только потому, что Мессинг тогда увидел будущее и сумел убедить Хрущева выбрать его оптимальный вариант. И уже отмечал. Но повторюсь, главная героиня романа «Час быка» Файрудис у Ефремова не могла поэтому погибнуть на Тормансе в храме всемогущего времени. Равно как поэтому же группа Тевиса Хинаку не могла погибнуть в мертвом тормансианском городе Кеннанте. Земляне будущего владели методикой прогрессии намного лучше, чем Вольф Мессинг. И могли видеть линии вероятности и выбирать оптимальные из них намного лучше, чем он. Файродис у Ефремова, кстати, вообще раджа-йога. Это факт хорошо известный ефремоведам. Я впервые этот роман прочел еще в детстве, в классе 6 школы. И у меня сразу же возникло чувство, что с гибелью землян что-то не то. Потом я стал кадровым офицером вооруженных сил. И узнал, что такое оперативно-агентурная работа. И меня просто поразило, до чего же действия землян похожи на операции внедрения и прикрытия. Но окончательно все встало на свои места, когда я узнал, что такое гипнотическая прогрессия. Тормансианское сопротивление не было готово.
к борьбе с тармантианской олигархией, у которой, как у Чагас, были пробуждены высшие способности сознания. И без помощи землян им было не победить. Именно поэтому трое землян остались в хвостовом полушарии, а трое в головном, под руководством Кивисы и Фай. Под руководством Фай там остались Вернорин и Эвиза Танет. Я только, когда узнал, что такое прогрессия, заметил, что Садаев и Визы остался на Тормансе бесхозным. А такое, ежу понятно, было недопустимо. По всему, Иван Ефремов мечтал написать продолжение «Часа быка», в котором собирался воскресить погибших героев. Равно как у меня и не осталось сомнений, что Иван Ефремов и сам владел методикой гипнотической прогрессии. И именно поэтому он и смог предсказать в 1969 году, что скоро мы с Владимиром Путиным расстанемся. И на его место придет другой, по-настоящему великий лидер. Белый всадник Майтрей или другой вариант – великий гончар. Впрочем, Иван Ефремов это особо и не скрывал. Я в раздумье и посмотрю на реакцию аудитории, но очень надеюсь, что о методике гипнотической регрессии и гипнотической прогрессии мы еще продолжим разговор. И самое главное, продолжим скоро. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите и читайте другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно помочь, будет под роликом.